И всем снова здравствуйте, я приветствую вас на канале Mixrin, канал о коктейлях, о напитках и домашнем баре. Сегодня снова приготовим коктейли под названием Army and Navy, армия и флот. Коктейль, состоящий в основном из джина, лимонного сока, а также сиропа. Сироп Аршат. В моем случае это домашний миндальный сироп, который потрясающий. Один из моих любимых. Я его использую как в коктейлях, так и просто смешиваю с газированной водой, с минералкой, с различными соками. Получается вкусный безалкогольный лимонад. Так вот, коктейль Армия и Флот, он относится к 1948 году. И рецепт был впервые записан в одной из классических книг. Рецепт очень простой. Мне будет необходим только шейкер, лед и озвученный ингредиент. Первое, что идет, это 60 мл джина. Следом идет 20 мл лимонного сока. 15 мл домашнего сиропа Аршат. Используйте пару дэшей вашего любимого биттера. Я использую классическую ангостуру. Можете использовать любой биттер, который вам больше нравится и лучше сочетается с тем джином, который есть у вас в наличии. Лед на шейкер. Коктейль необходимо очень интенсивно взбить и перелить в бокал для подачи. Поехали! Коктейль Армия и Флот. Предлагаю вашему вниманию, заодно попробуем, продегустируем и определимся, вкусный это напиток или нет. Очень неплохо. Он больше сдвинут в кислую сторону, что неудивительно, лимонного сока 20 мл. Это достаточно много. Коктейль крепкий, насыщенный. Джин чувствуется. И по поводу джина. Хороший лондонский сухой джин, в котором в приоритете, ну как всегда, можжевельник, цитрусовые ноты и какие-то пряности. Я думаю, в этом случае очень неплохо бы сыграл джин Хиксон. Американский джин, который был у меня в одном из предыдущих роликов. Двоякое ощущение от него, но в нем была именно пряная нота. И мне показалось, после того, как я уже снял ролик, что в нем была нота миндаля. Коктейль приятный, вкусный, но здесь немаловажную роль играет биттер. Он добавляет свою очень яркую ноту. Если ангостура это действительно насыщенный биттер, то может быть какой-то биттер пишо, либо апельсиновый биттер совсем по-другому играл бы в этом коктейле. А с вами был Дмитрий, канал Mixdrink. Ставьте лайк и подписывайтесь, если вам было интересно. Указывайте в комментариях, что вы еще хотели увидеть и услышать. А самое главное, будьте здоровы. Всем пока! Ваше здоровье!